Что за банкет, по случаю чего мяско жарится? Сегодня понедельник, 4 июля, сегодня у меня день рождения. Кролик почти зажарился, но я хочу его сделать. Ну, типа мясо по-французски. Накрою сейчас помидорками, сыром и отправлю опять в духовку. И займусь салатиками, тортиками. Накрыла я кролика томатами и посыпаем сыром сверху. Вот такого кролика мне захотелось сегодня. Отправляю в духовку опять. Пусть жарится, а я займусь салатами, тортом. Кролик был со скидкой. 4 штучки за 3 евро я брала. Тут 2 ляжки лежит. Скромненький стол на день рождения. Есть рыбка недорогая, лососик, томат черри. Ну и сделаем маленький салатик себе на заход перед кроликом. Салатик по-быстрому, без заморочек. Кролик уже почти готов. Салатик готов. Из одной упаковки 75 грамм вышло 4 розочки. Ну и пару грамм я съела, что не влезло в эти розочки. Но остается полить оливковым маслом, посыпать кунжутом. Ну и салатик готов посолить. Можно соевым соусом тоже украсить. Ну вот такой вот салатик мне будет на холодное. По-быстрому так перекусить перед кроликом. Ну и займемся по-быстрому тортиком. Что такое этот тортик? У меня будет отдельное видео. Но я его оставила таким и сказала, что на день рождения будет видно конечная его презентабельность. Пирог состоит из бисквита, покрытого глазурью, из простого бисквита, с коржиком бисквита и залитого заварным кремом. И в конце я сейчас обсыплю его крошкой для Наполеона. Как-то я брала торт, сухие коржи, у меня осталась крошка. Вот я сейчас обсыплю, чтобы придать вид ему. Тут 3 уровня. Нижний уровень – это бисквит с глазурью. И потом еще 2 уровня – простой бисквит. И как шикарно зажарился мой кролик, пока я возилась с салатом. Но оставлю его в духовке, чтобы не остыл. И займусь тортом. У меня еще сыр. И лососик. И кролик. И сыр. И сладкое. Тортик с украшением выглядит так. Ну, пирог для меня. Ну и так выглядит скромный ужин на день рождения. Что рассказать и показать? Есть кролик. Кролик запекался с картошкой. Потом сверху ставились помидоры. И посыпалось все это сыром. Ну типа картошка. Мясо по-французски, но из кролика. Я сообразила это. У меня есть лососик. Была маленькая упаковка. Я скрутила в розочки. Салатик. Оливковое масло. Сезамчик. Ну и после горячего обычно едят все французы сыр. Первый раз вижу этот сыр. Взяла на пробу. 2 евро стоит. Не знаю, что за сыр. Хочу попробовать. И забежала сегодня вечером в буланжерию. Взяла багет специально для этого дела. Сделала из бисквита себе пирог. Очень совсем все просто. Бисквитные коржики, залитые кремом заварным. Ночь постояли. Вытащила, обсыпала присыпкой для Наполеона. Сверху буква А от моей фамилии. И 4 июля у меня вот день рождения сегодня. 49 стукнуло. Еще есть конфетки. Забежала сегодня в магазин. Со скидкой взяла конфеты, еще не пробовала, даже не открывала. Сегодня в магазине взяла. Такой скромный столик на быструю руку. Вчера сидр взяла. Сидр стоит 2 евро. Яблочный, 3% алкоголя. Крепкое ничего не пью. Поэтому себе вот такая вот ляпота по-быстрому на день рождения. Никого здесь нету, кроме меня. Я живу одна. Угощать некого, но мне на пару дней покушать будет. Тут 2 лапки кроличьи, то есть мясного на 2 раза. Ну а тортик тут такой солидный, массивный. Но он легкий, это бисквит и заварной крем, можно и завтракать. Тоже ничего страшного не случится. Здесь нету сметаны, масла, ничего такого. Очень легкий, с произведением. В общем, сообразила я себе ужин за час, потому что пока кролик запекался, я быстренько за 10 минут, там 5 минут сделала салатик,
Обсыпала тортик присыпкой, выложила на него буква. Я покупала со скидкой этот шоколад, виноградом обставила. Открыла бутылочку сидра себе. Ну, сок у меня был, я еще днем пила. Я делала 2 супчика, поставила видео. И вот такой вот стол. Скромненько отметить день рождения. Может, кто-то хочет тоже кролика так попробовать сделать. Помидорки отлично запеклись с сыром, с картошечкой. Такой вот сочный кролик у меня. Кусочек сыра порадовать себя со свежим багетом. Ну, немножко лососика. И спасибо, что зашли на мой канал. До новых встреч. Подписывайтесь. Маленькое видео, посвященное 4 июля. 4 июля – это День независимости Америки и мой день рождения. И по этому случаю это не сабантуй, а так вечерний ужин на скорую руку. И до новых встреч на моем канале. Спасибо, что зашли.